В нашем регионе около 6 тысяч детей-сирот и лишенных родительской опеки. Некоторые из этих детей обрели свои семьи, но многие ждут свои семьи. Многие ждут заботу и ласку родителей. Есть несколько форм служения таким детям. Самая главная форма – это взять обездоленного ребенка в свою семью и воспитывать его как родного и любить. Можно стать другом и наставником этому ребенку и помогать ему по жизни. Можно сказать своим ближним и окружению, что есть такая проблема, что есть сироты и что они нуждаются в любви и заботе. А можно молиться за детей-сирот.